Ну что же, привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить вторую дивизию. И у нас открылся третий этап экспедиции. Давайте же его пройдем и наконец-то получим гремучник. Колледж Кенли в 20 километрах отсюда. Мигом домчим. Завершено, доступно. Окей. Включен. Оценка, основанная на неполных данных, может быть ошибочной. По протоколу осмотра Исаак сопоставит данные и создаст эхо, что позволит тебе увидеть ситуацию в целом. Единственный интерес здесь это посмотреть финальное эхо. И больше ничего. Геймплей, конечно, очень скучный. Однотипный. Безобразно однотипный. Картинка шикарная. Как всегда, картинка шикарная. Что не сказать о геймплее. Выглядит потрясающе. А нам, по-моему, да. Сюда и надо. Так, что у нас? Терминал СВУ было. Узел коммуникации было. Инженер УТГ не было. Инженер-связист УТГ Джек Арнольд. Ты ж девушка. Джек Арнольд? Ну ладно, цель осмотра найти инженера УТГ. Если она жива, спасти ее. Выбрана цель поиска. Инженер УТГ Джек Арнольд. Джек Арнольд командовала отрядом Протей. Судя по последнему отчету, она решила отбить мобильный сервер спецотряда. И попала в плен. И у нас текущая задача найти тюремные камеры в лектории. Но буду надеяться, что карта нам поможет в этом. Или, может быть, я пропустил. Лекторий. Lecture Hall. Coffee Shop. Спорт бар. Тогда нам направо. Окей. Найден инженер ОТГ Джек Арнольд. Как он там? Эх, слабаки. Интересно, все-таки сложность можно будет поменять? Вот тебе. А
Аккуратненько. А где инженер? Я его не вижу. Ну, здесь труп, по-моему. Ключ. По-моему, Дракула Брэма Стокера. Точно, она и есть. У него еще... Клыки... Вместо клыков центральные зубы. Ну, покажите Дракулу. Куда-то поползла. Ладненько. Потом досмотрим. Нужен ключ, он у одного из этих уродов. Спасибо. Они бы меня убили. Я не знаю, что тебе уже известно, но тебе необходимо знать. Изгои заставили нас соорудить дистанционные взрыватели. Но я смогу сузить радиус передачи. Ну, про передатчики и взрыватели мы уже поняли. Я нашла терминал! Прикрой, я отключу его! Да говно вопрос. Она пошла следующий терминал отключать? Или просто убежала? Блять. Стоять! Есть! Где-то рядом должен быть еще терминал! Ищи! А красные контейнеры открываются? Вот такие. По-моему, нет. Жаль. Только желтые. Да, в этой игре слишком много желтого. Ну подожди немного. Обнаружено мобильное электронное устройство. Где? Нашего убить. Успел, наверное. Серьезное ранение. Так,
черепаха, ты меня лечишь? Остался один терминал дистанционного подключения. Это последний. Прикрой. Ну давай, давай. Кого-то тащили? Далеко тащили? Так, куда к тебе? Ну, как тут прикольно. Фиолетовенькое все. Так, один готов. Еще один готов. Давай! Готово. Терминалы вырублены. Теперь двое даже на пару метров не передадут сигнал. Отлично. Я вернусь к грузу. Вдруг осталось что-то полезное. Ты молодец. Так, зажигательные патроны. Сопровождайте инженера. Так это еще не все? Джек справится. Ей хватит пары дней и рулона скотча, чтобы разобраться со всем этим конвоем. Отлично. Возвращайся к Эхо. Спасение инженера ОТГ Джека Арнольд завершено. Выбрана цель поиска. Узел коммуникаций. Такому узлу связи требуется мощный источник питания. Возможно, там они и прячут наш мобильный сервер. В кафе. Хорошо. Так, и у нас здесь была рация. Давайте за ней и пробежимся. Так, отсюда мы пришли. Давайте направо за рацией. Кафе у нас по центру расположено. Отлично. Как мы быстро нашли? Ключ от тайной комнаты. Теперь бы найти дверь в тайной комнате. Так, спецпатроны. Найти бы здесь и рации. С сообщениями. Интересно, она доехала? И все ли с ней хорошо? Ну, будем надеяться. Эх, не успел. Хотя он промахнулся. Это тоже хорошо. Куда побежал? Найден узел коммуникаций. Так, главное не пропустить мимо брелок еще.
Так, и как-то мы с этим еще будем разбираться, как я понимаю. Ошибка доступа к узлу коммуникаций. Отключите источники питания в нужном порядке. Синий, красный, зеленый, фиолетовый. Так, синий. Наверх уходит. Найдено электронное устройство. Еще 15 больных. Спортивный бал. А я ему говорила. Перед вечеринкой больные студенты просто закидываются таблетками, дурью и алкоголем, чтобы сбить симптомы, и идут развлекаться и заражать остальных. Вчера нам пришлось запереть вход и не пускать людей. Две медсестры слегли. И чем дольше я на все это смотрю, тем меньше это похоже на грипп. Больше всего похоже на оспу. Но это же бред какой-то. Не бред. Мы все это уже заметили. Цера пытается придушить этот слух. Они боятся, что начнется паника. Надо положить ребят в карантин и эвакуировать колледж. Если будет эпидемия, мы с ней не справимся. Этот говнюк должен меня послушать. Я послала образцы в лабораторию. Попросила проверить на оспу. Через пару часов будет ответ. Результаты я вышлю. Может, хоть бумажка с печатью его убедит. Ну, это записи годичной давности. Если у нас ситуация в Division 2 происходит через 6 месяцев или 9 после первой части, то да, где-то год. Около года. Так, зеленый. Зеленый. Тоже наверх. Зеленый. Зеленый, зеленый. Фиолетовый. Фиолетовый. А, вот и щиток от фиолетового. Рядом. Так, меня током не долбанет. Работает. Отслеживаем местоположение сервера спецотряда. А, черт, сорвалось. Будем дальше разбираться. Как найду сервер, вышлю координаты. Перехвачены переговоры противника. Повторяю, спецотряд здесь. Это они электричество вырубают. Убейте их. Пристрелите, сожгите, сожгите нахер. Обнаружен источник сигнала. Так, а здесь у нас что? Ладно. Это у нас кафе. Лекториум. Так, здесь мы пришли. Фонтан. Это у нас центр. Дверь к проектору. Спасибо, ключ гиен. Ah!
Невосприимчивость. Горючий материал. Значит, их только поджечь можно? Невосприимчивость. Блин, а как же вас выносить? Вот мы и проверили теорию, их можно только поджечь. Поджог не снимает с них защиту. Мы их пулями все равно достать не можем. Значит, надо ждать, пока он подойдет к какой-либо бочке, и ее расстреливать. Блин, а огненная турель, интересно, на них сработает? Надо будет как-нибудь попробовать. Зажигательный патрон тоже на них срабатывает, отлично. Тут бы подошел хорошо истинный патриот. Он же нам дает спецбоеприпасы. Сигнал нечеткий, но теперь ясно, что мобильный... Действительно, это был очень жаркий бой.
Ну, мы справились. Надеюсь, отлично. Данных хватит, чтобы отследить сигнал. Вернитесь к Эхо. Студенческий союз Кенби. По-моему, это и есть секретная комната. Она у нас никак по заданию с заданием не связана. Так, давайте посмотрим, что нам за ерунда выпало. Ну, в принципе, 37 защиты от факторов риска. В помойку. Все в помойку. Осмотр узла коммуникации завершен. Выбрана цель поиска. Терминалы. Для доступа к терминалам найди электронный ключ. Он должен быть у кого-нибудь из ОТГ. Ну и последний скучный участок данной экспедиции. Блин, у всех надежда была хотя бы... что экспедиции будут похожи на метро, как в первой части. На нет. Полный шлак какой-то сделали, честное слово. Но либо режим выживания, тоже из первой части. Так нет. Такие же простые миссии. Скучные, однотипные. Да, немного поныть стоит. Да нет, не поныть. Пожаловаться просто. Просто пожаловаться. А как мы вторую часть ждали? Как мы ее ждали? Как я ждал. Она выглядела намного круче, чем первая. Вышло, что только по графике. Неподалеку обнаружен ключ доступа. Агент, скорее всего, ты ищешь труп. И это уже не похоже на спасательную операцию.
Найден ключ доступа. Этот ключ должен дать тебе права администратора на военном сервере. Доступ получен. Отключаю систему дистанционной детонации. Контакт с сетью прерывается. Система взломана. Вторичный терминал. Доступ получен. Отключаю систему дистанционной детонации. Смерть предателям! Вашу мать! Я влипу! Вернитесь к устройству. Да, вот так! Сетью. Мне везет!
срочно требуется медицинская помощь. Подключение нестабильно. Переговоры противника. Спецотряд вырубает нашу сеть! Взорвать гадов! Нужно отключить эти бомбы от сети. Для отключения дистанционной детонации нужен доступ к терминалам. Агент, придется захватить терминалы, чтобы Исаак внедрился в сеть. Терминал доступен. Доступ получен. Терминал доступен. Доступ получен. Они уже вон там! Воевать! Терминал под контролем.
терминал доступен. Терминал потерян. Для отключения дистанционной детонации нужен доступ к терминалам. Агент, придется захватить терминалы, чтобы Исаак внедрился в сеть. Терминал доступен. Доступ получен. Терминал под контролем. Вы сгорите! Твою мать! Будет мать! Эти гады тебя не тронут. Я тебя на части порву! Доступ к терминалу потерян. Только не суйся по туле! Доступ получен. Терминал под контролем. Терминал под контролем.
перезагружена и обезврежена. Терминалы обезврежены. Агент, можешь возвращаться к Эхо. Теперь изгои уже не взорвут оттуда свои бомбы. И спасибо за спасение Вашингтона. Так, все задания мы завершили, все три этапа экспедиции мы завершили. Общежитие осмотрено. Нам дали третью нашивку. Опыта. Не нужны вещи. Теперь, наверное, мы можем забрать. Ключ от тепловой волны дали. Теперь мы можем забрать наш гремучник. Агент, благодаря тебе вражеская связь вырублена, и теперь они не смогут взрывать свои бомбы. А еще Джек Арнольд спасена. Спасибо тебе. Сопоставляю данные, собранные со всех объектов. Сервер спецотряда обнаружен. Агент, мы поймали четкий сигнал сервера, но не можем определить точное место. Надо прочесать северную часть кампуса. Вот теперь я вижу, где этот наш сервер. Высылаю за ним людей. Отлично, агент. Да вот у нас гремучник. Экзотика, которую проще всего добыть. Ну, выглядит прикольно, конечно, но как-то вычурно, на мой взгляд. Ну, посмотрим, потестируем ее еще в бою. Ну, а на сегодня, я думаю, мы закончим прохождение. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Спасибо за просмотр.